Жорик решил сегодня все яйца съесть. Ой, Жужука, давай пшикнем еще болячечку, а? Дырка прям. Гаденыш, а? И пошла к этому носу опять сама. Спускайся давай, облезешь мой. Давай, давай, молодец. Жорик, ты решился яйца слопать. И Лаки яйца подъедает. Вкусняшки. Жора, иди мои яички на душа ты моя. Нос, у тебя теперь конкурента много, когда яйца домашние стали. О, слышите, курица снеслась. А? Надо, нос, иди яйца вытаскивай, там курица снеслась. Зайчик. Зайчик какой-то вообще сонно-полусонный. Вот она, тетка злая, идет. Зенсина, иди сюда. Иди поешь, станешь добрый. Степанчик. Угу, поздно уже. Поздно уже за фигурой следить. Да я маньяк, я слежу за тобой. А, это ты маньяк. Тебе скажу, плохо следишь ты за мной. Он, говорит, растолстела. Степанчик идет, спускается. Так, опачки сейчас нас. Раз, гимнаст. Оп, и все. И Степан идет завтракать. Скорей, скорей, Степашулька. А Жужа так и лезет до носа. Все, Илья наелся, Евгеньевич. Пошел. Смена караула. Сейчас Степка залезет. Давай, Жужука, залази. Вот так, молодец, девочка. Вот. Чего у вас тут, говорит, сегодня на завтрак дают? Давай, давай, вместе с гречей кушаем, блин. Куру выковыривают. Мы хитрожопые. Сич, давай ногами по столу, не это. Они яйца разбивают, а Лаки подъедает. А, Шнобель идет. Все яйца поели. Иди сюда, насадочка моя. Зайка, спускайся, мальчик мой. Дюна! Дюна, я тебя убью. Она смотрит на них, как на добычу, гадюка. А то, может, спросят, почему Тобика сюда пускаем, других не пускаем, потому что другие просто разорвут либо собак, либо енота собаку, либо собаки енота. Вот. Потому что они не видели, не знают, что это такое. Это Тобик почему-то такой уникальный. Но опять же, если собака испугается енота и начнет огрызаться, то еноты пойдут в атаку. Они так не будут играться, как с Тобиком. Вот. Кошку одну чуть не задушили у меня. Она заскочила за мной случайно к ним. Ну хорошо, енотов всего 3 было. И они это только схватили ее, вырвать успела. Илюха пошел к зайке. Говорит, привет, зайка. Не, зайка там спит со Степаном и с Бади. Да, здравствуй. Здравствуй, котеночек. Чуть не кусайся, ладно? Так, от меня никем не пахнет. Давай. Кушать идем? Идем кушать, да, правильно. Меня кусать нельзя, надо идти кушать. Смотри, зайчик. Зайчика. Смотри. Зайчушка. Зайчушка. Да, кусаем. Ой, кто это наглый? Тут Зорик по мне залез. Залез. Степка, яиц не досталось. Надо вставать раньше, чтобы яиц доставалось. А что такое? Колтуны подергать нельзя. Ух, яичные, смотри. Жужа, ну реально, не борзейте, пожалуйста, а. Яичку зайке не досталось. Вставать надо раньше. Кто-то съел. Жорик, наверное, твою яичку съел. А Жужа, коза, глянь, перековыряла все. И все. А ты что кругами тут ходишь, наворачиваясь круги? Что круги? Ты кто кусаться стал? А? Чавкалки мои, Степашка. У нас география. Зайка у нас с Казани. Степашка с Ростова. Ну, Жужа местная, можно сказать. А там фиг ее знает, откуда ее привезли. Стичек тут был, который лысый был в лагере смена. Жорик тоже в пригороде был. Вот. Носик краснодарский, по идее, парень.
Кто у нас еще? Санти тоже из Краснодара. Марго с этого, с Новороссийска. Мира с пригорода дач. Илюха у нас дачный житель тут недалеко жил. Привет, мой котенок Илюхан. Вот. Ну и много уже стали вопросов задавать про разведение енотов и прочего. Мы их не разводим. Мы их не продаем. У некоторых, возможно, вариант пристройства, но это очень тяжело человека такого найти, кому нужны эти еноты. Да? Вот этот сказы всем нужен, пишут. Я бы Зорика взяла, а Зорика Миса не отдаст никогда. Потому что он его вырастил, воспитал таким хорошим мальчиком. А вот эти все, которые из клеток, отказники, они все могут покусать, напасть. Вот. На ручки не возьмешь. Погладишь, когда им этого хочется. Ну, и жопочку облезешь. Тут вот новая шерсть у нас уже. А тут старая. Ущипать не дает. Степан пошел с Бонькой там кусать. Чего, мой котенок? Чего ты мой холесенький? Бади не вышел только. Вот. Сегодня выходной, цыгане там у себя на территории. Поэтому некогда просто сегодня до коня приедут еще там заниматься. Двух собак наконец-то заберут, которых обещали давно. Вот. Так что сегодня Даунита и Добби переедут на приют. Вот. Даунита уже кусать многих стала, задирает скандалы. Вот. Ну и я просила еще к прошлому лету забрать часть собак, потому что на лето тут приезжают уже соседи, чтобы нам никого не смущать. Ну, а остальных пытаемся пристроить по мере возможности. Да, Илюхан? Короче, такие дела. Ладно, ребят, некогда больше сидеть. Пойдем заниматься делами. Да, Жужжука. Жужжунечка моя девочка.